Жизнь научился радоваться. В день рождения границу пересек туда и обратно. Да, в 20 лет как раз исполнилось. Ну и надо было вот ехать. То есть 20 лет зашел в Союз и зашел потом обратно. Вот. Самое веселое, что было. Потом вечером отметили с друзьями, естественно. Вообще вся служба у меня, да, это для меня самый яркий момент жизни, потому что я стал, наверное, мужчиной там в Афганистане. И я, во-первых, еще научился немножко командовать. Я был командиром миномета. И это в жизни очень помогло. Потом общение с людьми разных совершенно характеров и национальностей. Стояли на точках, когда вот первый танковый полк выводили вот это в 86-м году. Ну, то есть стояли на точках, чтобы их там под конец не раздолбили. Только мы уехали, и молодежь там осталась, которая, видимо, еще плохо обученная. Вот у них пошли, говорит, подрывы, потом парни писали, говорит, один, второй, как бы, ну, знакомые. Все улетели, мы одни. Сидим себе, телевизор смотрим. Как сейчас помню фильм «Константин Заслонов». И тут что-то начало внутри, сверху рваться. Оказывается, у нас нападение. Из минометов там окружили, из гранатометов, в общем, стреляют нас. И мы где-то с часов 7 вечера и до 7 утра не останавливались. Шла война. Тюльпаны. Тюльпаны, они под 8 марта. Они расцветают под 8 марта, они такие длинные. И они растут везде, как у Высоцкого даже в песне. Из нейтральной полосы он выходит. Свою грудь подставь.